Митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий совершил крещение детей из многодетных семей. Те, кто отважится на рождение третьего и последующих детей, получают от епархии замечательный духовный подарок – крещение, которое совершает сам правящий архиерей. Снова под сводами Староярмарочного собора звучали младенческие голоса. В 11-й раз митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий совершил таинство крещения над малышами из православных многодетных семей. И для всех участников и свидетелей таинства это событие большее по значению, чем любой семейный праздник. Я считаю как раз, что крестить надо как раз маленького, а уже когда вырастет, он осознанно будет ходить в церковь сам, по своей как бы воле, по своему желанию. Мы и старших детей крестили маленькими. Конечно, важно. У нас православная семья. Я считаю, что дети должны быть крещены. Первый раз это было не так и не совсем понимала. А сейчас уже более досконально во все вникли, подготовились, понимая, что это очень большая ответственность. За ребенка, в первую очередь, за крестника, привести его к Господу посредством крестных родителей, объяснить, помогать, то есть поддерживать. Я считаю, что ребенок окрещенный, он уже полноценный человек России, гражданин России. Традиция совершать такие крещения родилась в Нижегородской епархии в 2016 году. На этот раз в воды купели погрузили троих мальчиков и семерых девочек. Произошло их духовное рождение в жизнь вечную. Всех вас сердечно поздравляю с днем рождения наших новых христиан, членов нашей Матери Церкви. Мы очень рады, что сегодня эти младенцы принесены пред алтарем Божиим и принимают святое крещение, и им предается ангел. Практика, когда владыка Георгий сам крестит третьего и последующих малышей в многодетных семьях, будет продолжена. Для получения более подробной информации родители могут в будни позвонить по телефону 413-1806.